Новые круглые цветные порталы в сегодняшнем видеоролике. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак, и сегодня посмотрим на новые портальчики круглого размера. Смотрите, да, это круглое в Майнкрафте, не удивляйтесь. Короче, сегодня у нас много персонажей. Это у нас добрая Анжела, Дейзи, двухголовый Хаги-Ваги, Киси-Миси. Вот такие вот две головы. Здесь у нас Дим Димыч, Гримас Шейк, радужные друзья, зеленый и синий. Ну и это у нас Джимен. Ну что ж, давайте начинать. Я, наверное, пойду от самого первого вот этого круглого портала и посмотрим всех персонажей. Погнали! О, Анжела, здоровенько! Как поживаешь? О, найди мне, пожалуйста, друга моего любимого. Какого любимого? Тома, что ли? А, Тома я знаю, да. Нет, я с Томом не встречаюсь, я с Беном теперь встречаюсь. Мы с Томом расстались. Что, уже? Ты же недавно говорила, что с Томом вы поженитесь там. Он поцеловал другую при мне, я больше с ним не встречаюсь. Ох, ну ладно, давай Бена найдем. А где он спрятался? В одном из этих гаражей? Да, я правда не знаю, где он. Ну давай попробуем найти. О, сундук. Ну может он в сундуке сидит? Да нет, он в сундук не залезет, он большой. Айда, попробуй, помоги мне. Ух, алмазы! Ну алмазы, конечно, хорошо, но это не Бен. Так, ну-ка, о. Тут что-то гараж сломался, смотри. Какашки, какашки, потому что там... Где? Ой, фу, сундук воняет, фу. А что с гаражом, смотри? У него... Да у потому него... что там какашки, поэтому он сломанный. Наверное, да, у него наполовину еще работает гараж, да, алмазный сломатый. Алмазный меч. Алмазный меч, серьезно? О, ну у меня меч покруче. А здесь ой, все... Вот а, динамит, закрывай, быстрее закрывай. Фух. Так, надо вот тоже это последний. Закрыть. Да, возможно, Бен здесь. О, Бен, мы его нашли, Анжела, отлично. Ты наконец-то я его нашел. Чего? У тебя голос поменялся, Анжела, что с тобой не так? А что со мной не так? Ты каким-то грубым голосом разговариваешь, Анжела. Что со мной не так? Джимен? Что? Ты меня обманул, что ли? Конечно, ладно, все, спасибо большое, пока. Куда пока? Верни Бена! Ребята, он притворился Анжелой и обманул меня. Все-таки Анжела, наверное, встречается с Томом. Блин, меня обманули, быстрее погнали в портал. Ух, ребята, о нет, дверь закрыли, дальше мне никак не пройти. Здесь нужен какой-нибудь рычаг. Эх, ладно, давайте попробуем его поискать. Здесь у нас дверь закрыта ключом, ключа у меня нет. Давайте пойдем сюда, посмотрим. Так, здесь водичка с шипами? Ага, ну и как мне здесь проходить? Так, проходим аккуратненько. Ой, зеленый радужный друг, ребят. Ой, кажется, он спит, надо быть осторожней. Реально, смотрите. Спит, не двигается, главное его не разбудить. Тогда будем осторожно здесь проходить. О, я нашел ключик. Забираем ключик, ребята, и возвращаемся обратно, чуть в шипы не попал. Давайте вернемся обратно, главное этого зеленого радужного друга не разбудить. Смотрите, храпит. Так, ой, громко я, наверное, посмеялся. Давайте попробуем сейчас вернуться обратно и открыть этим ключиком эту дверь. Вроде как мы его не разбудили, надеюсь, так и дальше продолжит спать. Так, открываем дверь. Далеко ты собрался? Ой, синий? А ты сегодня не пройдешь, у тебя этот лицо... А! Здорово, привет. А, я чё собрался? Я тут этого проходить дальше буду. До свидания, синий. Пока-пока. Стоять, стоять. А ну брысь отсюда. Чё? А, стой. Да ладно тебе. Подожди. Что у нас тут в сундуке? О, это мне поможет. Что ты там взял? Ничего. На, держи. Бен? А ты откуда его взял? А у меня их много. Я их давно уже развожу. В смысле? У меня просто Джимен Бена украл, он тебе его принес? А, да, кстати, я же Джимену плачу, чтобы он мне Бенов приводил, я их развожу. Чего? Эй, ну-ка верни всех Бенов, а ну обратно отдай их. А еще что тебе? Не-не-не, пойду а зеленого что ли разбужу. Эй, не надо зеленого будить, она, блин, ребята, он украл этого нашего друга Бена. Так, ладно, не время убегать, надо спасти. Зеленый. Просыпайся, давай, тут он шумит. Давай, просыпайся, хватит дрыхнуть, сколько он можно. Он зеленого будет, а ну-ка быстро уйди, не надо его будить. Синий, надо, не надо, надо пожалуйста, надо с вами двумя мне не справиться. Ну-ка, ну синий, отдай Бена, давай. Я думаю, тебе стоит убегать. Ребята, он зеленого разбудил, с двумя мнями не справится, короче, надо сматываться. Надеюсь, мы еще встретим Бена и спасем его. Ай, сматываемся, короче, он слишком силен. Убегаем, ребята, сматываемся, убегаем. О, Дим Димыч, здорово. Какой Дим Димыч, ты что говоришь?
В смысле, тебя Дим Димыч зовут, ты что, забыл? Я... Извините, дяденька, я вас не знаю, вы... Чё вам надо? Да я не могу ошибаться, ты Дим Димыч, я тебя знаю, точно. Ты не чё, Дим забыл Димыч, меня? Я... Мы с тобой знакомы, я зомбак! Я видео снимаю, ты чё? Чё, какой зомбак, о чём ты говоришь, я не понимаю, о чём ты? Ребята, он прикидывается или чё? Стоп, подожди, ты реально ничего не помнишь? Ну, помню. Как помню, мы с тобой видео снимали, дом клад строили. Клад есть вон там, но я пароль забыл от него найти. Я не Ой, знаю, тут, какой пароль. Тут вот это аккуратно. Я помню. Ой, там грабитель ворует твой клад. Ну-ка. Уничтожила. Да, надо остановить этого грабителя. Ну-ка, на, получай. Отлично, все. А чё, тут чё, пароль какой-то сложный? Там реально, я там не реально помню клад. Его. 5, может этот, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Нет, не подошло, Дим Димыч. Значит, 3, 2, 1, 4. Ну ты говоришь, вообще не помнишь. Ну слушай, давай я помогу тебе его вспомнить, найти. Ты по-любому его куда-то записал? Да я не знаю. О, слушай, книжка, Дим Димыч, книжка, смотри. Я вообще, почему ты ко мне, Дим Димыч, обращаешься? Я Стас. Какой Стас? Тебя зовут Дим Димыч. Я Стасик. Ну ладно, пусть будешь Стас. Хорошо, главное, я вот нашел, смотри, одну книжку, вот. А, тут написано это цифра же... 3. Ага, 3. Попробуй цифру 3 вписать. Не, там было больше цифр, я точно помню. 4. А, ее надо цифру. Книжку открыть, в ней написано 4. 3-4? Не знаю, давай попробуем, может, еще книжки найти. Слушай, я сейчас поищу. Я просто одну только пока нашел, но я пока бежал сюда, ой, я видел еще. Одну нашел. Где? 4. Еще 4, так, надо ее этот сломать, а то мы. Ты ее. Давай мне их, все эти книжки. Я сейчас все соберу. Так, отлично. Здесь у нас 4, но надо открывать, там цифра 5. Так, я еще одну нашел, смотри. Нам нужно, наверное, четвертую книжку найти, да? Где она тут у нас? Давай не поищем, знаю. Посмотрим, где у нас последняя книжка может быть. Ну я уже все оббежал. Здесь ты уже забирал, да, книжку? Так. Да, я везде забрал. Интересно, интересно. Ну вот здесь вот какая-то книжка. А, это такая же. А где последняя книжка, Дим Димыч? Может, всего 3 цифры. Да. А, вот она. А, вот, отлично, сейчас я туда пройду. Так, да я тут застреваю, какой-то забор кривой косой. Так, давай, книжку мне. Да, держи, держи. Так, отлично, смотри, у нас 4 книжки. Вот у нас первая цифра, 1. Давай, иди вписывай. Угу. 1. Так, вторая книжка 6. Ага. Третья книжка 4. Ага. И последняя книжка 5. О! Открылся! А ура! Ты... Я иду к тебе, так? Ага. Ну все. Ты все забрал? Пока, зомбак. Как тебя зовут там? Напомни. Зомбак меня зовут, а ты все вспомнил, нет? Зомбек, ладно, давай, пока. Какой зомбек? Я зомбак. Дим Димыч, ты вспомнил? Ребят, он убежал. Ну, мы, конечно, помогли ему найти свои сокровища, да, и найти пароль, но... Я не Дим Димыч, я Стасик! Ладно, хорошо, Стасик. Надеюсь, у него память вернется. Ладно, погнали дальше. Дейзи! Ой-ой-ой! Там Дейзи бегает. Дейзи, приветик. Приветик. Ты что тут что-то допил? А, ты мне даже помочь решила, спасибо. Я тогда же быстрее пройду. Я, правда, ты немножко никуда путин. Не пройдешь. Как ты не пройду? Да вообще легко пройду. Сейчас я... А, да лавой залил! А как я проходить-то должен? Так нечестно. Вот так вот. А я пройду, Дейзи, бе-бе-бе. Куда собрался? Эй, так нечестно. Дальше мне надо идти, дальше. Все, сейчас я пройду твои испытания. Че, думаешь, не проберусь? Не проберешься ты никуда. Дох ты, Дейзи, ты слишком сильна. Да ты вообще... Дейзи, как мне вообще пробраться? Ты все затопила? Ну так нечестно, слушай. Все, пока. Я пошла дальше. Че, убегаешь уже, испугалась? Такс, о, я тебя не вот боюсь. Отсюда можем выбраться. Вот это стекло можно сломать. Подняться. А, лавой затапливает, быстрее поднимаемся. Че, тебе смешно, что ли? Очень смешно. А я пробрался, бе-бе-бе. Такс, ой-ой-ой, ребята, лава со всех сторон. Быстрее убегаем. Где мой меч? Быстрее! Ломаем здесь сюда, проходим дальше. Меня уже лавой затапливает. Фух. Так, да что ж за дела такие? Я что, в паутине? А, ну понятно, да. Я застрял в паутине. Так, проходим дальше. Ах, Дейзи, ты меня уже бесишь. Что ж ты это делаешь-то, а? Я могу мешать тебе вечность. Да, смешно, наверное. Ты прям в меня лаву разливаешь. Это вообще что такое?
Ребята, на... Я этот, обещаю тебе, я пройду твои испытания. Не-не-не, не пройдешь ты никуда. Я уже почти прошел, смотри, я уже в финале. Давай быстрее вперед! Да я вообще ничего не вижу, Дейзи, хватит голову. Да ты вообще издеваешься надо мной. А я прям по лаве. Я в конце! Пока-пока, Дейзи! Бе-бе-бе! Иди сюда! Пока-пока! О, здрасте, полицейский! Здрасте, что у вас тут происходит? Да-да-да, здравствуйте, здравствуйте. Вы тут как обычно бургером питаетесь, да? Ну, есть немножко, а че. А работать-то хотя бы будете? Чего вы сказали? Работать будете, а то бургеры только и кушаете. И что, ты мне запрещаешь бургеры кушать? Я понять не могу, ты полицейскому перечишь? Да ладно, я шучу. О, это кто такой? У него очки, золотая цепочка, какой крутой. Ну, это миллионер. Миллионер? Много выпендривает. Ты там реально кушаешь, что ли? Ух ты! Слушай, ну вкусно. Ой! Да, немножечко. Ой. Вам, наверное, пора переставать столько кушать, полицейский. Видимо, да, бургеры как-то плохо на меня влияют. Да не, нормально, ничего страшного. Ну ладно, это как просто... знаете, это ваше тело. Слушайте, а что этого мажора вот этого посадили-то? Он какой-то вообще богач. Он наглый слишком. Наглый, за это не сажают в тюрьму. У него даже зубы золотые, смотри. Он полицейскому угрожал моему другу. А, ну да, это так-то преступление. Слушайте, а что, можно я ему какое-нибудь наказание придумаю? Давайте, пусть он тоже жирным станет. Мы сейчас его бургерами перекормим. Я сейчас бургеров пособираю. И откормим его, он тоже пузатый станет. Да, а пузатым, ну слушайте-ка. Стоп, подождите-ка, в смысле тоже? Ну, вы немножечко полноватый на самом деле. Так, подождите-ка, так не пойдет. Ну-ка, встаньте сюда. Куда встать? Вот сюда, пожалуйста. Ага, вот, и чё? Да-да-да. Ай, вот и сидите. Ай, это что за наказание? Вы что, и меня тоже в тюрьму решили посадить? Вы полицейского оскорбляете при исполнении. Да, ну я не хотел, я хотел помочь вам наказание придумать для этого, вот того мажора. А зачем вы меня пузатым назвали, я не пузатый? Ну, извините, я правду говорю просто всегда. Дайте мне бургеры, я еще хочу. Нате, держите. Но наказание-то надо ему придумать. Может, мы вон волков к нему посадим. Смотрите, это они его покусают. Собаки не трожь собак. Они не должны трогать. А это сторожевые собаки ваши? Это прекрасные песики, не должны трогать такого мудака, как этот миллионер, понятно? Ну ладно, как знаете. Слушайте, ну выпустите меня, пожалуйста, я не виновен. Как это вы не виновны? Вы меня оскорбили. Ну ладно, извините, но я штраф заплачу, давайте. Штраф вы заплатите. Да, у меня, правда, денег с собой нет, но потом мне чек выпишите, я штраф заплачу. Что-то щечки выросли, кажется. Ой, вы прекрасны, вы самое то. Ну, у вас ладно, что-то ладно, пресс, ладно, вон, да. Качок, вы реально классный. Я, наверное, пойду, вы тут сами разбирайтесь. Да, надо бы с ним что-то придумать, не знаю, может его в лаву скинуть, ой, не знаю. Ладно, чего? Решим. Странные вот эти методы полиции, да, странные полиции. Ладно, пока-пока. Как знаете, погнали дальше. Вернемся, ребята, обратно. Вот такие у нас круглые порталы сегодня получились. Надеюсь, видео вам понравилось. Поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал. С вами был Зомбак, и до новых встреч. Пока-пока.